Приднестровский свет во все дома Молдовы электричество соседям обеспечит Днестровская агресс. Контракт заключили на полгода, до октября. По его условиям Кишинев будет платить чуть меньше, чем раньше. Сегодня президент Вадим Красносейский в своем телеграм-канале объяснил, почему так. Цена действительно снижена, но это решение имеет серьезное экономическое обоснование. Контракт гарантирует поступление средств в приднестровский бюджет на протяжении полугода, срок действия текущих контрактных обязательств, и увеличение охвата молдавского рынка почти до стопроцентного. Позитивные факторы для экономики Приднестровья исполнения социальных обязательств государства. Кроме того, в условиях нестабильной внешней ситуации заключение контракта способствует мирному сосуществованию Приднестровья и Молдовы. Также Вадим Красносельский подчеркнул, договоренность гарантирует бесперебойную работу энергосистем Приднестровья и Молдовы, чтобы внезапно не отключался свет.